Есть колхоз в своем уезде, он не малый, не великий, он такой, как все колхозы, но с одним таким нюансом. Есть в колхозе стадо бесов, есть пастух, винтарь и шулер, ранним-ранним-ранним утром выгоняет их из фермы, и он гонит этих бесов, ты ранишь чисто поле, и гоняет, вплоть до самого обеда. А когда бог приходит, то пастух, хитарь и шулер гонит бесов кладовою, чтоб они воды попили. А когда они обьются снова, гонит бесов в поле, чтобы бесы в чистом поле друг за дружкой погонялись. А потом гонит стойло и ложится спать спокойно, и во сне ему приснится, как он гонит, гонит, гонит. Когда пастух Виталий заболеет и простынет, он не ходит на работу, он скучает и листает справочник по бесогонству. В нем нет слов, лишь мат и слюни, и совсем немножко текста, приблизительно такого. Нафига колхозу бесы, если бес не продуктивен ни по шерсти, ни по мясу, ни тем более по яйцам. Ла-л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 а
Ba-ba-da-pow! Yeah! Ta-da!